В канун Нового года полиция просит остерегаться воров-гастролеров. О правилах поведения в период праздников рассказали сегодня на пресс-конференции в УВД. Как отметил замначальника полиции по оперативной работе Сергей Байдин, в новогодние каникулы ожидается увеличение количества карманных краж. Это, по его словам, уже традиционное явление. Челницам необходимо быть бдительными в местах массового скопления людей, например, на открытии елок и в торговых центрах. Именно там, по статистике, происходит большинство краж. Из-за чего это происходит? Люди начинают активно совершать покупки, соответственно, с собой крупные суммы денег носят, если кто не пользуется банковскими картами. Но обратно же, даже банковские карты обычно не панацея. У людей такая привычка, если оставляет пин-код где-то неподалеку, то есть в том же кошельке лежит. Что касается статистики, в целом то число краж в городе в этом году снизилось в 1,5 раза по сравнению с 2016-м. Это связано с тем, что воры-карманники начинают искать другие способы заработка легких денег. Все большую популярность набирает интернет-мошенничество. Что касается краж в праздники, то правоохранители в этот период будут работать в усиленном режиме. Мы ожидаем, что могут быть воры-гастролеры, поэтому оперативный состав об этом знает и приведен в готовность. То есть сотрудники уголовного розыска тоже будут на этих мероприятиях. Они будут в гражданской одежде